Всем привет, с вами Гимлот, и в этом видео я хочу вам рассказать и показать, как выращивать деревья в замкнутом пространстве. Напомню, что деревья у нас бывают двух видов, это обычные деревья и высокие деревья. Начну я с первого варианта, то есть с обычных деревьев. Для их выращивания нам потребуется, назову это комнатой, шириной 8 блоков и высотой 9 блоков. Освещение вы устанавливаете на свое усмотрение, так чтобы не появлялись монстры и так чтобы вам было это удобно. Посреди комнаты мы ставим блоки земли и туда мы будем сажать наши саженцы. Для ускорения я буду использовать костную муку. И давайте начнем со стандартного саженец дуба. Мы можем засеять сразу 4 саженца и постепенно у нас вырастет такой вот четверной дуб, который займет почти все наше помещение, всю нашу комнату. Давайте я его срублю. Отлично, дерево убрано и можно продолжить. Все последующие, например, акация, темный дуб и саженец березы растут точно так же. Но отдельно хочу выделить то, что, например, саженец ели может выращиваться в такой комнате, только в одинарном варианте, так же, как и тропическое дерево. И давайте я вам покажу это. Вот таким вот образом у нас вырастает одинарное тропическое дерево. Ну, а для выращивания уже больших деревьев нам потребуется помещение побольше именно в высоту. В ширину у нас опять же остается 8 блоков, ну а в высоту уже блоков так 15, чтобы уже точно выросло любое высокое дерево. И давайте начну с саженца ели. Так вот, мы сажаем 4 саженца, немножечко костной муки, и у нас вырастает наша высокая-высокая ель. Собственно, вот такая вот. Она занимает у нас почти всю комнату, что, собственно, и вынуждает нас делать высокий-высокий потолок. Давайте я его опять быстренько срублю. Отлично, дерево срублено. Ну и в качестве завершения я выращу тропическое дерево, и мы подведем итоги. Раз, и тропическое дерево готово. Итак, итоги. Что нужно помнить? Для выращивания любого дерева нам необходима какая-то комната. Если мы хотим стандартное дерево, то нам потребуется комната шириной 8 блоков и высотой 9 блоков. Если мы хотим выращивать большие деревья, нам потребуется опять же комната шириной от 8 блоков и высотой, например, блоков 15 или 13. Вот у меня, по-моему, 13 блоков. Освещение. Освещение нам потребуется любое. Это вы устанавливаете уже, как вам будет удобнее. Освещение влияет только на скорость роста дерева. Но на остальные его свойства не влияет. Ну что ж, на этом тогда можно закончить. Скажу вам большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И увидимся в следующих видео.